Все, доброе утро. Спал долго, ночка была холодненькой, всего 6 градусов, что ли. Ну, кажется, холодно, конечно, по сравнению с зимой это тепло, но после фактически 30-градусной жары, которая была в конце мая, это кажется холодно. Сейчас 10 часов, уже поздно, надо собираться ехать на Урмары, Вянтиково. Все, едем. Вот бы такая тропинка через всю Чувашию бы шла. Было бы здорово. Все, начался урмарский асфальт. Сегодня ветерок не такой сильный, как вчера. Где-то 5 метров в секунду, 4. Вчера было 15-12, порывы сильные. Но сегодня такое затишье. А завтра ветер поменяется на южный. И чуть-чуть потеплее станет. Вот. Ковали. Ох, 6 километров до Урмар. Вот и Урмары. Вот нас, встречает Урмары. Круто. Пока просто записываешь. Да? Ну, Урмары — это поселок, райцентр Урмарского района. Так что ничего здесь сверхвыдающегося нет. Вот дом спорта. Площадь, Ленин, конечно, куда без него. Урмарские достопримечательности здесь. Вот здесь железнодорожный вокзал Урмары. В принципе, больше тут ничего и нет. Я не знаю, музей тут есть ли вообще, история Урмар. Посмотреть надо. И вряд ли он сегодня работает. О, сейчас чуть-чуть на привал сел после Урмар. Тепло становится, солнышко уже кочегарит, атмосфера теплая. Надо уже подштанники снимать.
жарко уже в них ехать. Пускай ноги подышат. Ну, лето можно себе позволить теперь закрывать нос, а то уже обгорел чуть-чуть. О, главное, чтобы ветром не сдуло. Ох, доехал до Янтикова. Это райцентр Янтиковского района. Это тоже поселочек, село. Вот Янтиково, здесь частный сектор, каких-то домов многоэтажных здесь нет, как и в Урмарах. Двухэтажный может есть где-то, не знаю. Вот дорога на Канаш уже выходит, 18 километров до Канаша, всего чуть-чуть. Вот здесь даже музей есть. Янтиковский народный краеведческий музей. Ну, конечно же, он не работает. Сегодня воскресенье, плюс еще праздничные выходные. Кстати, асфальт сделали по трассе Янтиково-Канаш. 5 лет назад он вообще убитый здесь был. Я еле до Канаша доковылял. Сейчас я сворачиваю в поселение Яншихово-Нарваши. Там меня пригласили в гости. Там глава сельского поселения Яншихово-Нарваши. Вот, через Нарваши кошки поеду. Туда Канаш, сюда кошки. Символично возле деревни Нарваш Кошкина встретить кошку. Котейку точнее. Вон уже Янтиково Нарваши виднеется. Крыши блестят. Ох, едешь по нашим полям. Какая красота все-таки в Чувашии. Ну и вообще, вот такую красоту чувствуешь именно, когда едешь по полям. И по асфальту. Какие люди тут. Привет. Че, долго ждали? Привет. Саня. Привет, Никита. Оля. Здорово. Сейчас позвоню я ему. Мы вот тут уже и пофоткались там на зенитке. И так, там зенитка красивая такая. Вот, ребята канашские встречают. Уже задолго до Канаша. Какой. О, салам. Что у нас спрашиваете? Да, обгорел, как всегда. Роман. Всего, Никита. Всего, знакомый. Вот, встречает Роман нас. Яншихово-Нарваши, никогда не был здесь. Музей у них хороший. Сейчас зайдем, посмотрим. Он со мной, ребят. Здравствуйте, Александр Федя.
О, приветствую, салам. Эта песня грустная, прощальная. Слова, знаете, я прощаюсь своей деревней, своими родственниками, родителями, естественно, своей невестой, ну, которая обещается меня дождаться, так что... Пойдет. Зябко так сидеть. Ну, сейчас едем в базу отдыха «Медвежий угол». Я еще не знаю, что это такое, не был никогда здесь. Вот пригласили, говорят, сегодня ночевать здесь буду. Вот ребята сопровождают меня. Я помню, здесь ничего не было когда-то. Ага. На Алтае же был я. Там дом начал сидел. Да, бревна заготавливал. Что, туда переезжать? Не знаю пока. Вот этот домик в этот меня поселят на эту ночь. Ух ты. Вот это нормальная база отдыха, я понимаю. И подоить, наверное, все можно. Ну, правда, быки. А, бычки все. Красавцы, бычки, кролики. О, крольбанки. Красавцы. О,
один красавец. Они пасутся, да, уходят, выпускают все, да? Выпускают, видимо, да. Это все настоящие, да, прям старые? Настоящие, кто работал, кто действовал. Это что все из чего делали? Что за дерево? Это липа, наверное. Не липа, это вот только. Да, все так хорошо сделано. Добротно так прям. А, в большой восточной качеве, да? Вот, ребята встречают на базе. В общем, Янтиковский район пока самый гостеприимный из всех районов. Да. Как подходит прям к велику. Ага. Тоже белое. Вот и все, оставили меня. Пока одного. Вот все показали. Конечно, интересно здесь такое хозяйственный двор, как будто настоящий. Там и скотинка есть. Сейчас буду топить печку, наверное. Подтапливать ее. Буржуечка там стоит. Да, малыш. Я так даже. Ужастик мелкий. Фух. Хорошо. В домике. Прям как на Алтае. Печку растопил. Буржуечка, хочется, конечно, как по старинке. Кирпичную печку. Ну ладно. Отдыхаю, сижу сейчас, заряжаю все гаджеты. Пока есть возможность завтра снова в дорогу. На Канаш, Комсомольская.